В начале выпуска срочная новость. Сегодня сотрудники спецслужб задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова. Эту информацию подтвердили в администрации города атомщиков. В социальных сетях появилось фото этой операции, сделанное очевидцами событий. Градоначальника задержали в автомобиле прямо на парковке у здания администрации. Подробности уточняются. Глава региона в своем телеграм-канале отметил, что к Большакову было много вопросов и претензий. Проблемы горожан оставались без внимания. И добавил, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия.